И это все отель. Он просто огромнейший. Зашли, мы вот купили вот такую штучку. Одну вот такое пироженку, Кате пироженку и два кофе. Вот в таком чудо-крутом магазине. И решили чуть-чуть себя порадовать сладким. Чек увеличился еще на 20 долларов. Переводчик сказал, что кофе долили от души. И вот такое у меня пироженое. Самое маленькое. Это очень крутой магнит. Вот поверьте, тот, кто его в руках подержит и поймет, что это очень классный магнит, он также будет разыгран. Подписываемся на официальную страничку Detailing Alarm, ставим колокольчик, подписываемся на канал и, соответственно, пишем комментарии. Чем больше комментариев, чем больше шансов рандомно выиграть этот магнитик. На моей страничке Гедонист, кстати, на нее тоже можете подписаться, будет дата розыгрыша этих чудесных призов. Действуем! Опа-опа-опа, еще 82 доллара. Это подарочки. Поэтому, ребятки, я бы все-таки пописал бы комментарий и подписался туда, куда я вам сказал. Потому что не каждому магнитик достанется, а он классный. Так, мои кеды износились, уже еле живы. Вторые кроссовки тоже. Ехал с намерением купить кроссовочки, поэтому я вот эти Nike себе куплю. Ну и порадую своего брата хорошей кепочкой. Брат просил, купи нормальную американскую кепку. Вот я ему покупаю нормальную кепку. Кепка 30 долларов и кроссовки 120 долларов. Обязательно спрашивают паспорт в магазинах. А тут вы себе можете сейчас ответить на вопрос. Вы себе покупаете какие-то вещи? Это же расходка вещи. И второй вопрос. А зачем вы тогда зарабатываете деньги, если вы их не будете тратить? Мы меняем свою жизнь, драгоценную жизнь на работу. За работу мы получаем деньги. Деньги мы потом меняем на какие-то радости, на какие-то удовольствия. Если мы этого бы не делали, зачем тогда работать? Сидел себе дома, заработал бы своих 7000 рублей. Мне бы этого хватило. Мне опять ждать тебя? Ну давай. Буду ждать. Ну кроссовочки были классные. Правда, мне нереально повезло с женой. Вот представьте, со мной человек 2 дня с утра до вечера ходил, переводил. Но я думаю, что мы где-то в районе 18 интервью сделали таких классных, топовых. Это надо было все перевести. И ей это совсем не интересно. Это не ее тема машины. Ей не интересны диски, полировки. Ей все это не интересно. И она со мной все эти дни отходила, переводила. И любой каприз, который я говорил, надо пойти, спросить, перевести, обратиться, она все делала. Молодец большой. Мне очень повезло с женой, я очень рад, что она у меня есть. Это, наверное, самый большой подарок, который у меня есть, это моя жена. Спасибо. А теперь моя очередь сидеть возле магазинов и ждать ее, пока она себе что-то купит, выберет, посмотрит. И вот так как раз и достигается гармония. Она для меня делает, я для нее. То, что я ее прошу, она делает, не обсуждается. То, что она мне просит, не обсуждается. Сказано, по магазинам ходить сегодня. Буду ходить столько, сколько надо. Если я ей скажу, что Кате надо поехать на 3 дня и просто 3 дня ходить, машины смотреть, она будет это делать. Можно над каньоном на вертолете полетать, но не сейчас. Сил просто нет. Как-нибудь дойти бы домой, вернее, до номера. И просить жену сходить в казино поиграть. А так потрясающий отель. Просто потрясающий отель. Первый раз был в отеле Венеция. А вернее, не так, мы приехали поздно ночью, забронировали отель и оплатили. Когда приехали, низкие потолки, куча проституток, все пьяные, внизу казино воняет. Зашли в номер, потолки в мой рост, окно на площадку заварено. Побыли там мы ночь, потому что мы не могли уже, мы так устали, мы не могли переезжать. Утром собрали вещи и уехали просто, даже не забирали деньги, которые заплатили. Отель просто ужасный. И быстро забронировали Венецию. Вот первый раз мы в Венеции, в этом большом номере, в Сьюте. Класс, поэтому рекомендую. Кто хочет новых впечатлений, кто хочет действительно удивить себя чем-то и ни разу не был в Лас-Вегасе, езжайте в этот отель. Ну я, конечно же, не все включаю в счет и вам показываю. Вот те вещи, которые уже... Оп.
стоп, это уже не мое. Ух, как тут красиво. Пойдем еще гулять? В этом видео мы сюда еще вернемся. А вот там мы машину на вайт-паркинг сдавали. Кстати, я даже не знаю, где она, я ее уже не видел. Давай, третий день сегодня. Куда-то увезли, где-то она есть. Завтра утром заберем, в Лос-Анджелес. Еще надо моечку одну отснять. Отдать машинку и лететь в Испанию, в Барселону. Там еще детейлинг-студии ждут. А сейчас мы с моим переводчиком идем в отель «Цезарь», потому что там есть Apple Store, и есть большая вероятность, что мы сейчас купим нашему переводчику новый iPhone. Это казино. И отсюда просто потрясающий какой-то запах. Они либо поставили специальные освежители, которые генерируют запах, для того, чтобы люди, которые здесь проходят, заходили, потому что запах играет большую роль, насколько вы знаете. Как-то мне даже звонили и предлагали моей студии сделать специальный запах, который увеличит продажи на 15%. И за скромные 1 000 000 рублей. Работать и заниматься детейлингом, чтобы хотя бы одним глазком это увидеть, только не по телевизору и не на YouTube канале, как вы сейчас смотрите, а вживую, по-настоящему. Первый раз в своей жизни вижу пьяный экскаватор. Обычно все едут ровно, а этот едет на бок. Оказывается, они все пьяные, вот там тоже кривые. И в Лас-Вегасе еще есть такая штука, можно из отеля в отель ходить на экскурсию. Даже есть, проводят экскурсии, да? Можно гулять где угодно, даже если ты здесь не живешь. А, кстати, непонятно, почему в Лас-Вегасе раздают картинки с голыми девками, они раздают картинки дамам с голыми парнями. Мужики едут. Ах, жаль. Опять ущемили вас. Переводчик попросил подождать меня тут. По всей видимости, что в Венеции потолки делали, что в отеле «Цезарь» одни и те же люди. Я когда был в прошлый раз в Америке, я всегда мечтал, чтобы у меня был хороший, качественный рюкзак. И вот такой рюкзак я себе купил. Премиальная марка, рюкзак просто неубиваемый. Год прошел, на нем ничего, ни единой царапинки. Я вам сейчас даже попытаюсь его найти, который у меня был, если получится сейчас. Вот такой мне рюкзак, только без карманчиков. А он стоит $600. Потрясающий рюкзак. Приблизительно по такой цене покупал. Просто классно. Вот когда вы с таким рюкзаком будете появляться, на встрече, или вы в спортивном костюме, или в пиджаке, или просто выходите из машины с такси, сразу же все понимают, что это хорошая вещь. Он выглядит очень достойно. Он очень удобный. Там даже есть специальный отдел для кредитных карт, которые нельзя просканировать. Мы шагали, наши ножки устали. Вы представляете, как можно выйти в районе 9, и сейчас уже в районе 10, а мы еще на ногах. И мы преодолеваем отметку в 22 километра сегодня мы находили. И мы думаем сейчас купить телефон. Купим, не купим, дойдем, не дойдем, пока неизвестно. Переводчик пока что-то сопротивляется. Потрясающие отели. Если вы были в Турции, или в Греции, или в Египте, езжайте в Лас-Вегас. Вы увидите что-то новое. Эмоции, которые испытаете, дадут вам силы на новые победы. Вы же подписаны на канал Детейлинга. На канал Детейлинга не подписаны, надо посмотреть лабутены. Ценника нет, но они стоят очень много денег. Если они настоящие, а не настоящие. Мои лабутены, найковские. Короче, по Америке с картой надо ходить с паспортом. Иначе тебе даже мороз не продают. Вот, наш чек еще увеличивается на
600, то есть, ну, на 10 долларов. Вот это жопа. Магазин закрыт. А завтра он открывается только в 10. А мы в 9 должны уже быть на встрече с Тореадором. Тодором. Тодором. С нашим Тодором. Может быть, Теодор. Это мороженое, это магазин. Как бы это ни странно и не прикольно звучало, но это единственный магазин в Лас-Вегасе, где можно купить iPhone. И мы пришли покупать iPhone, а айфона нет. Есть только танцующие веселые девушки и парни, у которых есть инструкции, которые протирают продукцию по окончанию рабочего дня. А тут Rolex был, тут его уже нет. Где-то он тут был. Когда будем зарабатывать больше денег, купим себе Rolex. А пока даже свои обычные часы я забыл в отеле. А вы хоть на минутку задумывались, что такое бренд? А бренд – это качество, усиленное рекламой. Не более. В современном мире качество без рекламы жить не может. Брендом не станет. А реклама без качества – это пустышка. Вот когда совпадают две позиции – качество и реклама, это становится брендом. И тут запахи. Вот проходишь вот так вот, используют определенные запахи. Если бы я не почувствовал запах, я бы не обратил внимания, не снял это видео. Вот я шел мимо, срабатывает запах, и ты заходишь. Вот, вот оттуда где-то. Вот сейчас сверху. Вот, наверное, оттуда. Оттуда они дуют. И все. И переводчик зашел. Сработал запах. Сначала увидел мелкую приманку, как это обычно делают. Почитайте историю, как они делают, развивают свой маркетинг. А дальше он сейчас пойдет и купит как минимум долларов на 150, то на 200. Вот так работает реклама. Я думал, я один такой. Выходит девушка счастливая с пакетами. Рядом сидит парень. Они, скорее всего, из России, говорят на русском языке. Парень говорит матом: я пипец какой счастливый. Она выходит: ой, я такая рада, я такая счастливая. Она говорит: тебя не было больше часа. И еще смс-ка с чеком, сколько ты потратила. Она говорит: да, так получилось, и все. Он говорит: ну ладно, пошли. Вот так вот. И она вышла счастлива, вот все до сих пор его целует. Потому что девушки, они состоят из покупок, из трат каких-то, из каких-то мелочей, до радости. Я вот не знаю, я уже сижу, наверное, минут 25, а то и 30 точно. И сейчас выйдет мой переводчик, скорее всего, с большим пакетом. Не знаю, хорошо это или плохо, но я думаю, что просто наша жизнь такая, мужиков, а то мужчин, что мы просто ждем, зарабатываем, чтобы они тратили, радовались, веселились тому, что им доставляет удовольствие. Потому что если им ничего не будет доставлять удовольствие, нам будет от этого только хуже. Надеюсь, мы с этим согласимся. А почему было 13? А потому что налог ты забрал. Было 13, стало 18. Карантао. Я был в Нью-Йорке. И мне было странно, почему мы заказывали там столик за 3 недели. Посмотрите сейчас здесь, что происходит тут. Это Лас-Вегас. Время сейчас 1:00 ночи. И посмотрите, какая очередь на входе. Вот что значит бренд, что значит качество, что значит модно. Учитесь, друзья, строить бизнес, делать деньги и делать качество. Пока. Прощаемся с одним домом, и мы летим в другой дом. Рекомендую отель. Правда, можно взять с видом на пустыню. Если бы мы взяли с той стороны, было бы видно и всю улицу, и всю пустыню, и солнышко было бы в номере. А тут, конечно, этого нет. Но тут внизу видно бассейн. А вот там завтрак вкусный. Наверное, туда мы сейчас и пойдем. Да-да-да, мы едем еще в студию после завтрака. Таких борочки в отелях делают.
Сейчас утром мы идем выписываться, а люди играют дальше. Видите, люди просто играют дальше. А это такая очередь на выписку. Как будто автобус с туристами приехал. Но поскольку очень большой отель, вот тут все происходит вот так вот. Просто нет времени ждать, есть быстрый чекаут. Туда бросаем ключик, пишем, что все хорошо, карточка привязана была. И за воду денег спишут. Видите, по отелю получилось даже больше, чем я вам говорил. 1760 долларов, 3 ночи. Вот такие цены. Пойдемте. Идем сейчас получать машину в Элитпаркинг. Где наша тачка-пулячка? Думал, ее никогда уже не привезут, нашу тачку-пулячку. Пока! Венеция! Поехали! Скажите пару слов о своей поездке. Банальщина. Вот это скажите пару слов, пару слов, пару слов. Чистенько, красивенько. Тут они будут преподавать. Круто, что у них есть возможность вот покупать вот такие стеллажи под инструмент. Радует чистота. Пол такой сделанный классный. Подкатная тележечка классная. То есть они не жалеют на инструмент средств. Фиброчки все лежат в ящичках. Вон. Эта машина стоит в работу. Вот одна машина, а вот вторая машина. Ну вот даже сейчас мы пообщались в студии. Если вот по чесноку как получается, мы ребят просим, что ребята, скажите что-то на камеру. Кто-то стесняется, кто-то говорит, нет, так нельзя, я не хочу говорить на камеру. В основном разговор происходит и знания впитываются без камеры. Мы сейчас расскажем, покажем материалы, вы тогда не снимаете. И составляет большого труда получить для вас знания, чтобы все-таки ребята вы развивались. Я очень хочу, чтобы детейлинг России развивался. Я очень хочу, чтобы стандарты детейлинга вышли на высокий уровень. Подключить американских друзей, подключить американских тренеров, собрать их всех на своей площадке, чтобы уровень все время рос, чтобы не только мы учили детейлингу, а чтобы обмен опытом, обмен знания был по всей планете. Вот такая у меня большая цель. Yes and no. Yeah. Sometimes you can see the work that they're putting out. If they're mm-hmm. presenting it properly, you can see what type of level of skill set that they're at and how well they detail cars. Others take pictures from angles and no light source. They basically hide some of the work to where it looks good from far, but it's far from good.